Дорогие друзья, как вы думаете, вот из моего опыта работы с предпринимателями в Молдавии, какой вопрос занимает умы наших предпринимателей больше всего? Вы, наверное, думаете, это налоги, это финансирование, это как построить команду, как выстроить процессы. Но на самом деле, я для себя отметил, что большую часть времени предприниматели тратят на то, чтобы решать ежедневные дилеммы, с которыми они сталкиваются в развитии своего бизнеса. Часто бывает, предприниматели думают, что нам делать дальше. От дилемм маленьких, конкретных, тактических, а именно, развивать ли определенный отдел или нет, вкладывать ли деньги в рекламу или нет. Предприниматели также сталкиваются с дилеммами глобальными, а именно, продолжать ли дальше делать бизнес, может быть, уходить на другие рынки. Когда ребята из КМБ предложили мне поучаствовать на мероприятии «Герои молдавского бизнеса», и узнав формат этого мероприятия, я с удовольствием согласился. Почему? Потому что это мероприятие, в рамках которого 4 спикера, среди которых буду и я, мы все вместе постараемся решить ваши дилеммы. Поэтому я настоятельно рекомендую вам хорошенько подготовиться, может быть, проанализировать вашу деятельность за последние пару месяцев, может быть, даже пару лет, и выписать все те неразрешимые вопросы, с которыми вы сталкиваетесь в развитии своего бизнеса. А мы, используя свой опыт, дадим ответ и поможем вам найти наилучшее решение. Плюс прелесть этого события, что на событии будет не один спикер, а их будет 4. И в идеальной ситуации вы получите целое меню из тех решений, которые вы могли бы использовать для дальнейшего развития своего бизнеса. Дорогие друзья, именно поэтому я рекомендую вам проанализировать деятельность вашей компании за последние несколько месяцев или даже несколько лет, выписать все те дилеммы, с которыми вы сталкивались в работе. И с удовольствием я жду вас 21 января на событии «Герои молдавского бизнеса», с тем, чтобы помочь вам и вместе с вами найти ответы на все волнующие вас вопросы. Спасибо, увидимся на событии.